Всем здрасте, мы снова катаемся. У нас тут очень много, прям дофига. Короче, мы в новом скейт-парке, который построили у нас в городе. Вот. Если честно, я немножко разочарован в нем. Ну, ладно, это надо прикататься просто, да? Ага, с опасным фото. На самокате, да. Если скататься, конечно. Так я сам, я когда вкатывал, немножко того испугался. Ну, короче, сейчас мини-обзорчик сделай. О, пацаны, кто первый? Кто первый хочет? Я уже походил. Мастер-класс. А я уже без успел. А он на фибу запрыгнул, а он никуда не сходит. И вниз полетел, блин. Надо мазать? Надо, надо. Там уже намазано. Да, блядь, там Витя катался, думал, все, заедет, нужно кататься. А когда я жду, когда он уходит, нахуй прыгнет. Ничего, нормально, не засниму. Потому что столько народу, что вообще. Бля, как же неудобно. Надо пробовать больше конечно. Да. Кстати, я вот тоже еду. Вот здесь вот еду, короче, ну, в принципе, просто делаю трюк и. Видеоблог? Да. Наконец-то. Ну и короче, и ходов вообще мало. Ну, типа, если не крутишь педали, то ходов нет у тебя. Даже просто в готере выпрыгнуть немного. Поэтому здесь капец, надо крутить педали, короче, наваливать нормально. Я даже не знаю, как-то вообще неудобно все. Ну, непривычно. И снимать непривычно. Ну, а я не понял. Я его пытался перепрыгнуть. О, ебать, я угарно в игре. Ну да, кстати, если волрайт на бар еще сделать, то вообще прям очень люто. А если бар на волрайте на бар? Чё? Ага, фига ты придумал. Ну это прям... При том, что я на него заезжаю, да, и не прыгаю вообще там. Ну вот поэтому придется нормально учиться, типа, прям запрыгивать, а там просто, я, понимаешь, там расстояния нету. Там вот этот колпинг идет, и дальше вот после колпинга впритык сразу идет волрайт. Да, да. И прыгать нету смысла, тебя откидывать, наоборот, сюда если прыгаешь. Тебе надо его просто заезжать. Просто как прямо едешь, дальше продолжаешь ехать, и потом отпрыгиваешь. Ну я понял. Как будто по квотеру едешь. А, чебуковый. Че, передумали, что ли? А че так-то? Пацаны, вы че? Обратно пути нет, блядь. Такой скейт-парк реально просто, ну, неудобно. Просто после, допустим, Зарики, либо Юности, вообще неудобно скейт-парк. Ну ладно, это все поправляется, это просто со временем. Со временем прикатаемся. Ну конечно, а тем, кто здесь ничего не умеет, туда ничего делать. Да, кого-то не кидать, допустим. Мы вообще не делать ничего. Вот так. Пятки отмерзли. Да? Бывает. Давай проедься, что-нибудь покажи зрителям-то. Зрителям же не пи***ть на себя. Так что, не будешь делать? Буду рать на барне, я не буду. Я не знаю, типа. А ты не хочешь не сделать? Я раскатался уже? Нет. Че, полетел? Хорош. Нормально. Как умеешь? Да, прям. Или поможем Петрику. Сделаешь? Да. Давай. Они, кстати, знаешь, они более-менее такие плавные, да, длинные. Такие. Чем, допустим, на Юнке и на Зарике. Типа проще, наверное, сделать трюки. У них сложно скорость набирать.
Ну да, просто да. Для такого фаника. Я тоже чувствую, что фаник, знаешь, наглатывает все это. Но зато, как будто такие, знаешь, ну, не такие страшные, как если резки, как на этих барках. Хорош, прям сферой. Ну это стабильно, это у тебя стабильно прям, да? На стабильничке, да. Лайты для тебя. Не, вы так да сейчас... Да не, не лайты. Да? Все равно лайты, когда приезжаешь на раскатку. Ну да, это как у меня конфликт, допустим. У тебя башня, наверное. Ну да, да. А людей мало, и все, заебца, блядь, будет ветер, наверное. Ой, Лёшечка, хорошо. Хорош! Сейчас было прям близко, да? Да. Тоже так думаешь? Не, нормально, нормально, давай, нет, добирай. Что свет хотел, интересно, от этого? Взял, поехал. Блин, какая-то вообще неприятная. Да. Ну, он такой низковатый, может, на повыше? На повыше легче было бы, конечно, да. Так можем вон досочку положить, приподнять его, да и все. Да нет. Ну ладно, давай. А ты что, Лёш? На акселеры? Нет, это... Меня повело чуть-чуть. Меня повело? Кстати, у тебя покрышка не вылезла там? Где там она? Мы ему сегодня, короче, очень долго чинили покрышку. Что у него только там не произошло. Корт вылез, покрышка лопнула, ой, камера, короче. Мы ее, знаете, чем делали этим? Зашивали, короче, этим. Как это называется? Шнурком, во. Сейчас, короче, вместо трака будет тердаун. Вот так вот. Потому что уже что-то все замерзли, все устали. И... Все, влог подходит к концу. Да, пацаны? Да, к сожалению, хайп. Я, если честно, замерз, когда всех снимать, поэтому надо заканчивать. Я замерз кататься. Поэтому я хочу теперь покататься и замерзать. Короче, вот такой у нас новый скейт-парк. Надеюсь, всем понравилось. Я, конечно, обзорчик потом нормально засниму, когда здесь будет меньше народу. Он на фронтал говорит, что снимает, так что может ехать. Да. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, конечно, да, да, подписываем на канал, пишем комментарии, там колокольчик, все дела, вы все прекрасно знаете. Ну и увидимся в следующем влоге. Всем удачи, всем пока. Да. И вот так вот.